На этой базе империализм сумел создать и отладить самую изощренную систему неоколониалистской эксплуатации, теснее привязать к себе значительное число освободившихся государств. Последствия этого трагичны. Развивающиеся страны, где проживает более 2 миллиардов человек, стали практически сплошным регионом бедствия. В начале 80-х годов уровень доходов на душу населения в освободившихся странах в целом был в 11 раз ниже, чем в развитых капиталистических. На протяжении 3 последних десятилетий разрыв этот не сокращается, а растет. И дело не только в сравнительной бедности. Речь идет о неграмотности и темноте, хроническом недоедании и голоде, ужасающей детской смертности, эпидемиях, поражающих сотни миллионов людей. Такое положение – позор цивилизованного человечества, виновник его – империализм. Не только с точки зрения истории, колониального разбоя на целых континентах, оставившего наследие неимоверной отсталости, но в равной мере и с точки зрения сегодняшней практики. Лишь за последние десятилетия прибыли, выкачанные корпорациями США из развивающихся стран, вчетверо превысили их вложения. А по региону Латинской Америки и Карибского бассейна прибыли монополий США за этот же период превысили вложения более чем в 8 раз. Можно без преувеличения утверждать, что система империализма продолжает жить в значительной мере за счет ограбления развивающихся стран. Их самой безжалостной эксплуатации, ее формы и методы меняются, но суть остается прежней. В США, например, весьма ощутимая часть национального дохода формируется за счет этих источников. Развивающиеся страны эксплуатируются всеми империалистическими государствами, но империализм в США делает это, несомненно, с наибольшей бесцеремонностью. Неэквивалентный обмен, неравноправная торговля, махинации и произвол с учетными ставками, насос транснациональных корпораций действует в одном и том же направлении. Они еще более увеличивают бедность и нищету одних, богатство других, усиливают поляризацию в мировом капиталистическом хозяйстве. Бедственное положение развивающихся стран – крупнейшая общемировая проблема. В этом, а не в чем-то другом, подлинные истоки многих конфликтов в Азии, Африке, Латинской Америке. Такова истина, как бы ни изощрялись правящие круги империалистических держав по поводу руки Москвы, оправдывая свою неоколониалистскую политику, глобальные притязания. Взять проблему задолженности. В сочетании с объектом, с объемом ежегодно вывозимых их из развивающихся стран прибылей, накопленная задолженность означает одно – сужение перспектив их развития, стран развивающихся, неизбежность дальнейшего обострения без того тяжелейших социальных, экономических и иных проблем. Вернуть долги в существующих условиях эти страны, конечно, не смогут. Такая ситуация, если не будет найдено справедливое решение, чревата серьезными социально-экономическими и политическими последствиями для международных отношений. Нельзя сказать, что правящие империалистические круги не видят скрытой здесь опасности. Но все их заботы сводятся к одному – как спасти нынешнюю систему своего обогащения за счет эксплуатации и сверхэксплуатации народов развивающихся стран. Несомненно и другое – между триллионным долгом этих стран и более чем триллионным приращением военных расходов США за последние десятилетия есть безусловная причинная связь. 200 с лишним миллиардов долларов, ежегодно выкачиваемых из развивающихся государств, и практически такой же объем военного бюджета США в последние годы тоже не случайное совпадение. Поэтому милитаризм непосредственно заинтересован в сохранении и ужесточении системы неоколониальной сверхэксплуатации. Очевидно и то, что в условиях обострения противоречий капитализма, сужения сферы его господства – неоколониализм становится все более важным источником средств, обеспечивающих монополистическому капиталу возможности социального маневрирования, смягчения социальной напряженности в ведущих буржуазных государствах для подкупа некоторых слоев трудящихся. Источник поистине уникальный,
Часовая оплата труда в развитых капиталистических странах превышает иногда в несколько раз дневной заработок рабочих в государствах Азии, Африки, Латинской Америки. Все это бесконечно продолжаться не может. На чудеса рассчитывать, разумеется, не приходится. Сама собой обстановка не выправится. Военная сила, на которую уповают США, чтобы сохранить статус-кво, защитить интересы монополий и военно-промышленного комплекса, предотвратить дальнейшие прогрессивные преобразования в освободившихся странах, может только осложнить положение, породить новые конфликты. Мешки с деньгами могут превратиться в бочки с порохом. Рано или поздно, но и здесь капитализму придется выбирать между политикой силы и бесстыдного грабежа, либо возможностью сотрудничать на справедливой основе. Решения нужны радикальные в интересах народов развивающихся стран. К серьезным выводам приводит анализ еще одной группы противоречий. Противоречий глобального масштаба, затрагивающих самые основы существования цивилизации. Речь идет прежде всего о загрязнении окружающей среды, воздушного бассейна и океанов, истощении природных ресурсов. Проблемы обостряются не только избыточными нагрузками на природные системы вследствие научно-технической революции, роста масштабов деятельности человека. Еще Энгельс предвидел, насколько пагубными будут последствия подчинения природопользования слепой игре рыночных сил. Все отчетливее вырисовывается потребность в эффективных международных процедурах и механизмах, которые обеспечили бы рациональное использование ресурсов планеты как общечеловеческого достояния. Решать общечеловеческие глобальные проблемы силами одного государства или группы государств нельзя. Здесь необходимо сотрудничество в общемировом масштабе, тесное конструктивное взаимодействие большинства стран. Сотрудничество на основе полного равноправия, уважения суверенитета каждого, на основе добросовестного выполнения принятых обязательств, норм международного права. Таково категорическое требование времени, в котором мы живем. Капитализм несет народам и объединение культуры, размывание создавшихся веками духовных ценностей. Ничто не возвышает человека больше, чем знание. Но, вероятно, ни в одной другой период своего существования человечество не испытывало такого давления фальши и обмана, как сейчас. Буржуазная пропаганда обрушивает на людей во всем мире искусно подтасованную информацию, навязывает мысли и чувства, программирует выгодную для правящих сил гражданскую и социальную позицию. Какие знания, ценности, моральные нормы будут заложены в информировании населения и систему образования – проблема прежде всего политическая. Сама жизнь ставит вопрос о сохранении культуры, о защите ее от буржуазного разложения, от вандализации. Это одна из важнейших общечеловеческих задач. Нельзя не думать о долговременных психологических и нравственных последствиях нынешней практики империализма в сфере культуры. Ее оскуднение под напором безудержного торгашества и культа насилия, проповедь расизма, пропаганда низменных инстинктов, нравов преступного мира и дна общества должны быть и будут отвергнуты человечеством. Проблем, как видите, товарищи, много, масштабных и сложных. Но нельзя не видеть, что их осмысление в целом отстает от размаха и глубины возникших задач. Настоятельные условия успеха в решении назревших вопросов международной жизни, сокращение времени на поиск политических договоренностей, быстрейший переход к конструктивным действиям. Мы хорошо понимаем, что далеко не все в наших силах, что многое будет зависеть от Запада, от умения его лидеров не терять трезвого рассудка на важных исторических перепутьях. Американский президент сказал как-то, что если бы нашей планете угрожала высадка инопланетян, СССР и США быстро нашли бы общий язык. Но разве ядерная катастрофа не является более реальной опасностью, чем высадка неведомых инопланетян? Разве не велика угроза экологическая? Разве нет у всех стран общего интереса о том, чтобы
найти разумный и справедливый подход к проблемам развивающихся государств и народов. Наконец, разве всего накопленного человечеством опыта мало для того, чтобы не ждать какого-то очередного кризиса, а делать вполне обоснованные практические выводы уже сегодня? Что надеются выиграть в длительной перспективе Соединенные Штаты, выдвигая доктрины, которые больше не умещают американскую безопасность в скромные размеры нашей планеты? Стремясь удержаться в седле истории, империализм прибегает к любым средствам. Но подобная политика дорого обходится миру. Народы вынуждены платить за нее все более высокую цену. Платить и прямо, и косвенно. Платить миллионами человеческих жизней, растратой национальных ресурсов, отвлечением гигантских сумм на гонку вооружений, нерешенностью многочисленных, все более трудных проблем. А в перспективе, возможно, и самой высокой ценой, какой только можно представить. Правящие круги США явно утрачивают реалистическую ориентировку в этот непростой период истории. Агрессивное международное поведение, растущая милитаризация политики и мышления, пренебрежение к интересам других неизбежно ведут к моральной и политической изоляции американского империализма, к расширению пропасти между ним и всем остальным человечеством. Противники мира в этой стране будто не ведают, что когда ядерное оружие наготове, время и пространство для цивилизации теряют свои привычные очертания, а человечество оказывается пленником случая. Смогут ли правящие центры капитала вступить на путь трезвых, конструктивных оценок происходящего? Самым легким было бы сказать, может быть, да, а может быть и нет. Но история не дает нам права на такой прогноз. Мы не можем принять «нет» в качестве ответа на вопрос «быть или не быть человечеству». Мы говорим, общественный прогресс, жизнь цивилизации должны и будут продолжаться. Говорим не только в силу присущего коммунистам оптимизма, веры в разум и здравый смысл людей. Мы, реалисты, полностью отдаем себе отчет в том, что два мира разделяет очень многое и разделяет глубоко. Но ясно, видимо, другое. Потребность решить насущнейшие общечеловеческие задачи должна побудить их к взаимодействию, пробудить невиданные еще силы самосохранения человечества. И здесь заключается стимул к решениям соразмерным реальностям времени. Ход истории общественного прогресса все настоятельнее требует налаживания конструктивного, созидательного взаимодействия государств и народов в масштабах всей планеты. Не только требует, но и создает для этого необходимые предпосылки – политические, социальные, материальные. Такое взаимодействие нужно, чтобы предотвратить ядерную катастрофу, чтобы смогла выжить цивилизация. Оно требуется, чтобы сообща и в интересах каждого решать и другие обостряющиеся общечеловеческие проблемы. В сочетании соревнования, противоборства двух систем и нарастающей тенденции взаимозависимости государств мирового сообщества – реальная диалектика современного развития. Именно так, через борьбу противоположностей, трудно, в известной мере как бы на ощупь складывается противоречивый, но взаимозависимый во многом целостный мир. Коммунисты всегда представляли себе пути социального прогресса во всей их внутренней сложности и противоречивости. Но, и в этом главное отличие коммунистического мировоззрения, в центре этих процессов неизменно стоит человек, его интересы и заботы. Человеческая жизнь, возможности ее всестороннего раскрытия, подчеркивал Ленин, самая большая ценность. Интересы общественного развития превыше всего. На это КПСС ориентируется в своей практической политике. То
Товарищи, позвольте объявить перерыв до 11:50 минут. На 30 минут объявляется перерыв.
товарищи. Слово для продолжения доклада предоставляется товарищу Горбачеву Михаилу Сергеевичу. Товарищи, выдвинул на апрельском пленуме стратегию ускорения социально-экономического развития страны, Центральный комитет КПСС принял тем самым решение исторической важности. Оно получило широкую поддержку партии, всего народа и выносится на рассмотрение съезда. Что мы понимаем под ускорением? Прежде всего, повышение темпов экономического роста. Но не только. Суть его в новом качестве роста. Всемирной интенсификации производства на основе научно-технического прогресса, структурной перестройки экономики, эффективных форм управления, организации и стимулирования труда. Курс на ускорение не сводится к преобразованиям в экономической области. Он предусматривает проведение активной социальной политики, последовательное утверждение принципа социалистической справедливости. Стратегия ускорения предполагает совершенствование общественных отношений, обновление форм и методов работы политических и идеологических институтов, углубление социалистической демократии, решительное преодоление инерции, застойности и консерватизма всего, что сдерживает общественный прогресс. Главное, что должно обеспечить нам успех – живое творчество масс, максимальное использование огромных возможностей и преимуществ социалистического строя. Одним словом, товарищи, ускорение социально-экономического развития страны – ключ ко всем нашим проблемам, ближайшим и перспективным, экономическим и социальным, политическим и идеологическим, внутренним и внешним. Только таким путем может и должно быть достигнуто новое качественное состояние советского общества. Постановка обсуждения на нашем съезде программных задач партии диктует необходимость масштабного подхода к оценке итогов развития страны. За четверть века после принятия третьей программы КПСС Советский Союз добился внушительных успехов. Семикратно увеличились основные производственные фонды народного хозяйства. Построены тысячи предприятий, созданы новые отрасли. Национальный доход вырос почти в 4 раза. Промышленное производство в 5 раз, сельскохозяйственное в 1,7 раза. Если до войны в первые послевоенные годы уровень экономики США казался труднодосягаемым, то уже в 70-е годы по научно-техническому и экономическому потенциалу мы существенно приблизились к нему, а по производству некоторых важнейших видов продукции превзошли. Эти достижения – результат огромных усилий народа. Они позволили значительно поднять благосостояние советских людей. За четверть века реальные доходы на душу населения увеличились в 2,6 раза. Общественные фонды потребления в 5 с лишним раз. Построено 54 миллиона квартир, что позволило улучшить жилищные условия большинству семей. Осуществлен переход ко всеобщему среднему образованию. Вчетверо возросло число лиц, окончивших вузы. Панорама достижений будет неполной, если не сказать о глубоких сдвигах в области социальных, межнациональных отношений в дальнейшем развитии демократии. Вместе с тем, в 70-е годы в народном хозяйстве стали нарастать трудности. Заметно снизились темпы экономического роста. В результате оказались невыполненными задачи по развитию экономики, поставленные программой КПСС, и даже более низкие задания 9-й и 10-й пятилеток.
не полностью удалось осуществить и намеченную на эти годы социальную программу. Допущено отставание материальной базы науки и образования, здравоохранения и культурно-бытового обслуживания населения. Конечно, на состоянии дел сказались и не только, и некоторые независящие от нас факторы, но не они были решающими. Главное в том, что мы своевременно не дали политической оценки изменению экономической ситуации, не осознали всей остроты и неотложности перевода экономики на интенсивные методы развития, активное использование в народном хозяйстве достижений научно-технического прогресса. Призывов и разговоров на этот счет было немало, а дела практически стояли на месте. Экономика по инерции продолжала развиваться в значительной мере на экстенсивной основе, ориентировалась на вовлечение в производство дополнительных трудовых и материальных ресурсов. Как следствие, серьезно снизились темпы роста производительности труда и некоторые другие показатели эффективности. Попытки поправить дело за счет нового строительства обострили проблему сбалансированности. Народное хозяйство, располагающее огромными ресурсами, натолкнулось на их нехватку. Образовался разрыв между общественными потребностями и достигнутым уровнем производства, между платежеспособным спросом и его материальным покрытием. И хотя в последнее время предпринимались усилия, полностью исправить положение не удалось. Производство большинства видов продукции промышленности и сельского хозяйства в 11-й пятилетке не достигло рубежей, намеченных 26-м съездом КПСС. Серьезное отставание допущено в машиностроении, нефтяной и угольной промышленности, электронике, черной металлургии и химии, в капитальном строительстве. Не обеспечены задания по основным показателям роста эффективности, повышению жизненного уровня населения. И все это, товарищи, мы должны извлечь самые серьезные уроки. Первый из них можно назвать уроком правды. Ответственный анализ прошлого расчищает путь в будущее, а полуправда, стыдливо обходящая острые углы, тормозит выработку реальной политики, мешает нашему движению вперед. «Наша сила», — говорил Владимир Ильич Ленин, — «в заявлении правды». Именно поэтому в новой редакции программы партии Центральный комитет счел необходимым еще раз сказать о негативных процессах, проявившихся в 70-е и в начале 80-х годов. Поэтому мы говорим о них и сегодня на съезде. Другой урок касается целеустремленности и решительности в практических действиях. Перевод на интенсивный путь такого огромного хозяйства, как наше, дело непростое, требующее немалых усилий, времени и высочайшей ответственности. Но начав преобразование, нельзя ограничиваться половинчатыми мерами. Надо действовать последовательно и энергично, не останавливаясь перед самыми смелыми шагами. И еще один урок, можно сказать, главный. Успех любого дела в решающей мере определяется тем, насколько активно и сознательно участвуют в нем массы. Убедить широкие слои трудящихся в правильности избранного пути, заинтересовать их морально и материально, перестроить психологию кадров – важнейшие условия ускорения нашего роста. Продвижение вперед станет тем быстрее, чем выше будут дисциплина и организованность, ответственность каждого за порученную работу, за ее результаты. Сегодня первоочередная задача партии всего народа – решительно переломить неблагоприятные тенденции в развитии экономики, придать ей должный динамизм, открыть простор инициативе и творчеству масс подлинно революционным преобразованием. Другого пути нет. Без ускоренного роста экономики останутся благими пожеланиями социальные программы, а они, товарищи, носят неотложный характер. Советские люди должны в короткие сроки почувствовать результаты общих усилий по кардинальному решению продовольственной проблемы, обеспечению потребностей в высококачественных товарах и услугах, улучшению медицинского обслуживания, жилищно-бытовых условий, охраны окружающей среды. Ускорение социально-экономического развития позволит внести весомый вклад в укрепление мирового социализма.
поднимет на более высокую ступень сотрудничества с братскими странами. Оно значительно расширит наши возможности в экономических связях с народами развивающихся стран, с государствами капиталистического мира. Иначе говоря, воплощение в жизнь курса на ускорение будет иметь далеко идущие последствия для судеб нашей Родины. В проекте программы КПСС основных направлений определены главные рубежи экономического и социального развития. К концу столетия предстоит увеличить национальный доход почти в два раза при удвоении производственного потенциала и его качественном преобразовании. Производительность труда вырастет в 2,5 раза, энергоемкость национального дохода снизится в 1,4 раза и металлоемкость почти в два раза. Это будет означать крутой поворот к интенсификации производства, повышению качества и эффективности. В дальнейшем на основе углубления этих процессов предусматривается осуществить переход к экономике высшей организации и эффективности со всесторонне развитыми производительными силами, зрелыми социалистическими производственными отношениями, отлаженным хозяйственным механизмом. Такова наша стратегическая линия. Главным средством ее осуществления, как это было подчеркнуто на июньском в прошлом году совещании ЦК КПСС, выступает научно-технический прогресс, коренное преобразование производительных сил общества. На прежней материально-технической основе кардинальных перемен добиться невозможно. Выход мы видим в глубокой реконструкции народного хозяйства на базе новейших достижений науки и техники, прорывов на авангардных направлениях научно-технического прогресса, перестройки хозяйственного механизма, системы управления. КПСС имеет огромный опыт осуществления крупнейших научно-технических и социально-экономических преобразований. Но как бы ни были они значительны, наша работа в прошлом по своим масштабам и сложности не идет в сравнении с тем, что нужно сделать в предстоящий период для реконструкции народного хозяйства. Что для этого надо? Прежде всего, изменить структурную и инвестиционную политику. Суть перемен в перенесении центра внимания с количественных показателей на качество и эффективность, с промежуточных на конечные, с расширения производственных фондов на их обновление, с наращивания топливно-сырьевых ресурсов на улучшение их использования, на ускорение развития наукоемких отраслей, производственной и социальной инфраструктуры. Крупный шаг в этом направлении предстоит сделать в нынешней пятилетке. Предусмотрено направить на реконструкцию и техническое перевооружение производства свыше 200 миллиардов рублей капитальных вложений, больше, чем за предшествующие 10 лет. Объемы немалые, тем не менее плановые и хозяйственные органы должны продолжать изыскание дополнительных возможностей на эти цели. По стратегическим направлениям выработаны крупные комплексные программы, началась их реализация. Более динамично будут развиваться отрасли, определяющие научно-технический прогресс, обеспечивающие быструю экономическую отдачу и решение неотложных социальных проблем. На ускоренном их развитии концентрируются значительные финансовые, материальные, научные и трудовые ресурсы. Ясно, что эффективность реконструкции, темпы экономического роста в решающей мере зависят от машиностроения. Именно в нем материализуются основополагающие научно-технические идеи, создаются новые орудия труда, системы машин, определяющие прогресс в других отраслях народного хозяйства. Здесь закладываются основы широкого выхода на принципиально новые ресурсосберегающие технологии, повышение производительности труда и качества продукции. Делегаты съезда знают, что ЦК КПСС и Совет министров СССР недавно приняли постановление о дальнейшем развитии машиностроения. По существу, это общегосударственная программа модернизации важнейшего сектора индустрии. Создан единый орган управления им. Перед машиностроительным комплексом поставлена задача уже к концу 12-й пятилетки резко повысить технико-экономический уровень и качество машин, оборудования, приборов. На обновление
отрасли выделяется в 1,8 раза больше капитала вложений, чем за предшествующие 5 лет. Что конкретно мы ожидаем от реализации этой программы? Более чем на 40% увеличится выпуск машин и оборудования, улучшится их качественные характеристики. Нарастающий поток техники новых поколений создаст условия для коренного перевооружения народного хозяйства, роста его эффективности. В результате мы сможем в расчете на год сэкономить труд около 12 миллионов человек, свыше 100 миллионов тонн топлива, получить эффект на многие миллиарды рублей. Только применение комбайна «Дон 1500», как показывают расчеты, позволит значительно сократить парк зерноуборочных машин, высвободить около 400 тысяч механизаторов, уменьшить на миллионы тонн потери зерна. На темпы технической реконструкции огромное влияние окажет широкая электронизация и комплекс автоматизации производства. Определены конкретные задания по разработке массового освоения современной компьютерной техники, развитию элементной базы. На индустриальную основу ставится программное обеспечение ЭВМ и автоматизированных систем управления. В Академии наук СССР создано отделение информатики и вычислительной техники, объединяющее институты и конструкторское бюро, на которое возложено научное обеспечение работ в этой области. Идея коренной реконструкции топливно-энергетического комплекса пронизывает энергетическую программу. В ней упор сделан на применение энергосберегающих технологий, замену жидкого топлива газом и углем, более глубокую переработку нефти. Освоение передовых технологий намечено в добывающей промышленности, открытая добыча и гидродобыча угля, повышение уровня и надежности нефтяного оборудования, повсеместное внедрение автоматизированных систем. В текущей пятилетке будет введено в 2,5 раза больше, чем в прошлой, мощностей атомных электростанций, а также осуществлена массовая замена устаревших агрегатов на тепловых станциях. Многое предстоит сделать металлургии и химической индустрии, переоснащение их более производительным оборудованием. Выпуск принципиально новых и улучшенных конструкционных и иных прогрессивных материалов ускорит развитие электроники, машиностроения, строительства и других отраслей народного хозяйства. Огромное значение партия придает техническому перевооружению производственной инфраструктуры, в первую очередь транспорта и связи. Приоритетное развитие получат легкое и другие отрасли промышленности, работающие непосредственно на удовлетворение потребностей населения. К производству прогрессивного оборудования для них привлечены не только специализированные, но и другие отрасли промышленности. Техническую реконструкцию мы не сможем осуществить без коренного улучшения капитального строительства, а это требует поднять на новый индустриальный и организационный уровень весь строительный комплекс, минимум в 2 раза сократить инвестиционный цикл как при реконструкции предприятий, так и при сооружении новых объектов. Нельзя более мириться с низкими темпами строительства, из-за чего замораживаются огромные средства, тормозится научно-технический прогресс в народном хозяйстве. Все это, товарищи, гигантские по объему и значению задачи. Их решение в конечном счете будет определять судьбу выполнения планов, темпы нашего роста. Каждая отрасль, каждое предприятие должны иметь четкую программу непрерывного обновления производства. Следовательно, существенно повышается ответственность плановых и хозяйственных органов за выполнение намеченного. На это должна быть нацелена и деятельность партийных организаций. Особенно важно не допустить показухи, подмены существа дела паллиативными решениями. Настораживают факты отнюдь не единичные, когда министерство и ведомство под флагом реконструкции возводят новые объекты, начиняя их устаревшим оборудованием, разрабатывают дорогостоящие проекты, не обеспечивающие выхода производства на высшие технико-экономические показатели. Вот свидетельство такого подхода. Сейчас идет переоснащение Брянского машиностроительного завода, выпускающего двигатели для тепловозов. На него намечается затратить около 140 миллионов рублей. Половина их уже освоена. Какой же эффект принесет обновление мощностей? Выясняется, что не предусмотрено применение прогрессивных технологий. Численность рабочих уже увеличилась почти на 1000 человек. Упала фондоотдача.
а главное, на новых мощностях, собирается выпускать устаревший двигатель, хотя разработана и прошла проверку более эффективная модель. Как же понять позицию руководителей Минтяжмаша и МПС? Видимо, некоторые товарищи не уяснили всей глубины и важности стоящих перед ними задач. Подобные примеры заслуживают самого сурового осуждения, как подрыв курса партии на реконструкцию и ускорение научно-технического прогресса. К такого рода явлениям следует подходить со всей строгостью. Необходимость реконструкции выдвигает новые задачи перед наукой. КПСС будет последовательно проводить линию на всемерное укрепление ее материально-технической базы, создавать условия для плодотворной деятельности ученых. Но страна вправе ожидать от них открытий, изобретений, обеспечивающих подлинно революционные перемены в развитии техники и технологии. В последнее время намечены важные меры по повышению эффективности работы научно-исследовательских учреждений. Они касаются вопросов стимулирования труда ученых, новых форм взаимодействия науки и производства. Недавно принято решение о создании межотраслевых научно-технических комплексов, включающих мощные головные институты, в том числе академические, проектно-конструкторские организации и опытно-промышленные производства. Принимаются меры для активизации работы отраслевых научно-исследовательских институтов, увеличения их вклада в ускорение научно-технического прогресса. Однако процесс этот идет недопустимо медленно. Многие институты остаются продолжением аппарата министерств, нередко выступают в роли адвокатов ведомственных интересов, погрязли в рутине и в бумаготворчестве. На июньском совещании остро ставился вопрос о приближении науки к практике, включении отраслевых институтов в производственные и научно-технические и научно-производственные объединения. Надо разобраться, кто противодействует этому, какова здесь позиция министерств и их партийных комитетов, как они реагируют на требования жизни. Более эффективно нужно использовать и научный потенциал вузов. Здесь сосредоточено свыше 35% научно-педагогических работников страны, в том числе около половины докторов наук, а выполняется ими не более 10% научных исследований. Соответствующие ведомства должны разработать и внести предложение по укреплению связей вузовской науки с производством. В них следует учесть и интересы подготовки научной смены. Как не может быть живого леса без подлеска, так и подлинный ученый немыслим без учеников. Речь идет о будущем науки, а значит и нашей страны. С первых лет обучения студенты должны втягиваться в исследовательскую работу, участвовать во внедрении ее результатов производства. Только так можно воспитать настоящих ученых, творчески думающих специалистов. В общем, товарищи, поворот науки к нуждам народного хозяйства необходимо осуществлять энергичнее. Но столь же важен поворот производства лицом к науке, его максимальная восприимчивость к научно-техническим достижениям. К сожалению, немало научных открытий, крупных изобретений годами, иногда десятилетиями не находят практического применения. Сошлюсь на примеры. Эффект безызносности, открытый советскими учеными, три десятилетия тому назад позволил создать принципиально новые смазочные материалы, многократно увеличивающие долговечность узлов трения машин и механизмов и резко снижающие трудозатраты. Это открытие, дающее многомиллиардные экономии, до настоящего времени широко не применяется из-за косности некоторых руководителей нефтепрома, Миннефтехимпрома СССР, ряда других министерств и ведомств. Около 10 лет по вине Минавтопрома и планирующих органов не находит массового применения изобретенный подшипник с антифрикционным заполнителем, который в самых тяжелых условиях эксплуатации повышает надежность и безотказность механизмов. Минстанкопром недопустимо затянул производство не имеющих аналогов в мире высокомоментных гидромоторов, позволяющих осуществить широкую гидрофикацию горного и другого оборудования, несколько раз повысить производительность и улучшить условия труда. Этот перечень, к сожалению, можно продолжить. В основе подобного отношения к новому нередко лежат амбиции отдельных групп ученых, ведомственная неприязнь к чужим изобретениям, незаинтересованность производственников в их внедрении.
Не составляет секрета и то, что даже рассмотрение заявок на изобретение порой затягивается на годы, превращается в хождение по мукам. Мы не можем решить поставленные задачи по ускорению научно-технического прогресса, если не найдем рычагов, которые обеспечат приоритеты только тем исследовательским учреждениям, промышленным предприятиям, коллективы которых активно внедряют все новое и передовое, ищут пути производства высококачественных и эффективных изделий. У нас уже накоплен определенный опыт совершенствования экономического механизма в сфере науки и ее взаимодействия с производством. Нужно его внимательно проанализировать и, не затягивая, внедрять, тесно увязывая материальное поощрение научных коллективов и отдельных работников с их реальным вкладом в решение научно-технических проблем. Изменить отношение к внедрению нового призваны все звенья управления экономикой. Это касается и Госплана СССР, который должен смелее переходить к сквозному планированию научно-технического прогресса, и Госкомитета по науке и технике, перестройка работы которого ведется слишком медленно. Большое внимание фундаментальным исследованиям, внедрению в производство достигнутых на этой основе результатов должны уделять Академии наук СССР, министерства и ведомства. Это святая обязанность каждого ученого, инженера, конструктора, руководителя предприятия. С новыми задачами необходимо теснее связать и нашу внешнюю экономическую деятельность. Подход к взаимовыгодным экономическим связям должен быть крупномасштабным, обращенным в будущее. Такая политика выработана странами-участницами СЭУ. Она предполагает переход в экономических отношениях между ними от преимущественно торговых связей к более глубокой специализации и кооперированию производства, прежде всего машиностроении, созданию совместных объединений, научно-производственных комплексов. У нас мало ведомств и организаций отвечает за ту или иную сферу экономических. Внешнеэкономических связей, но работают они не всегда слаженно. Выдвигая задачу активного использования внешнеэкономической деятельности для ускорения нашего развития, мы имеем в виду шаг за шагом осуществить перестройку структуры внешнеторгового оборота, придать экспорту и импорту более эффективный характер. Товарищи, задача, которую нам предстоит решить в самый короткий срок – полное обеспечение страны продовольствием. На это направлена современная аграрная политика партии, сформулированная в решениях майского 1982 года Пленума ЦК КПСС продовольственной программе СССР. После их принятия немало сделано для развития материально-технической базы сельского хозяйства и связанных с ним отраслей. Окрепла экономика колхозов-совхозов, межхозяйственных и перерабатывающих предприятий, повысилась продуктивность земледелия и животноводства. Движение вперед есть, но преодоление отставания сельского хозяйства происходит медленно. В аграрном секторе нужен решительный перелом, чтобы уже 12-й пятилетке заметно улучшить продовольственное снабжение. Намечается более чем удвоить темпы роста сельскохозяйственного производства, обеспечить значительную прибавку душевого потребления мяса, молока, овощей и плодов. Можем ли мы этого добиться? Можем и обязаны. Для этого партия выработала дополнительные меры, направленные на повышение эффективности всех отраслей агропромышленного комплекса. Суть в том, чтобы изменить социально-экономическую ситуацию на селе, создать условия для более глубокой интенсификации гарантированного производства продукции. Упор делается на экономические методы хозяйствования, расширение самостоятельности и повышение ответственности колхозов и совхозов за результаты своей деятельности. Проводя эту линию, предстоит поднять эффективность использования производственного потенциала в агропромышленном комплексе, сконцентрировать силы и средства на важнейших участках, обеспечивающих их наибольшую отдачу. Речь идет в первую очередь о повышении плодородия земли, создании условий устойчивого ведения сельского хозяйства. Ключ успеха, как показал опыт последних лет, в широком применении интенсивных технологий. Они дают огромный эффект. Только в прошлом году их освоение позволило получить дополнительно 16 миллионов тонн зерна, значительное количество другой продукции. Ближайший источник пополнения продовольственного фонда – сокращение потерь
продукции полей ферм при уборке, транспортировке, хранении и переработке. Резерв тут у нас немалый. Прибавка в ресурсах потребления может составить до 20, а по некоторым видам продукции до 30%. Да и затраты на устранение потерь в 2-3 раза меньше, чем на дополнительное производство того же объема продукции. Сейчас ЦК и правительство определили крупные меры по сокращению потерь. Быстрое развитие получает сельскохозяйственное машиностроение, что позволит насытить колхозы и совхозы высокопроизводительной техникой, способной быстрее и лучше производить все полевые работы. Пошли мы и на дополнительные затраты, чтобы укрепить продовольственное машиностроение, базу переработки и хранения продукции. Партии и государства будут и впредь последовательно развивать материально-техническую базу агропромышленного комплекса. Но столь же ясно и то, что главным двигателем прогресса его душой был, есть и останется человек. Сегодня сельскому хозяйству как никогда нужны люди, заинтересованные работать активно, с высоким профессиональным мастерством, с новаторской жилкой. Самой крепкой гарантией всех наших успехов является постоянная забота об условиях труда и быта сельских тружеников. На это нацелены наши планы, и важно, чтобы они неукоснительно выполнялись. Все это неотложные меры, но ими программа действий не исчерпывается. В аграрном секторе предстоит завершить переход на новые методы управления и хозяйствования. Несомненно, принципиальным шагом стало создание в центре и на местах единых органов управления АПК, призванных обеспечить реальную и эффективную интеграцию сельского хозяйства и связанных с ним отраслей промышленности. Создание такой организационной структуры подкрепляется действенным хозяйственным механизмом. Предложения на этот счет уже подготовлены. Основной замысел сводится к тому, чтобы открыть простор экономическим методам хозяйствования, значительно расширить самостоятельность колхозов и совхозов, поднять их заинтересованность, ответственность за конечные результаты. По сути, речь идет о творческом использовании ленинской идеи о продналоге применительно к современным условиям. Колхозам и совхозам намечается устанавливать твердые по годам 5-летние планы закупок продукции, которые не будут изменяться. Одновременно им предоставляется возможность все полученное сверх плана, а по картофелю, плодам, овощам, значительную часть и плановой продукции использовать по своему усмотрению. Хозяйства могут ее продавать дополнительно государству, реализовывать в свежем или переработанном виде на колхозном рынке, через кооперативную торговлю, использовать для других нужд, в том числе для личного подсобного хозяйства. Сверхплановая продажа государству зерна стимулируется дополнительным выделением материальных ресурсов, повышенного спроса другими мерами поощрения. Республикам, краям и областям в дальнейшем будут доводиться твердые объемы поставок продукции в централизованные фонды, а все произведенное сверх этого остается для местного снабжения. Предполагается осуществить переход на более совершенные методы планирования на основе прогрессивных нормативов. Существенно повышается роль хозяйственного расчета. Опыт прошлого показал, что игнорирование принципов самоокупаемости, нарушение материальной заинтересованности и ответственности за результаты работы ухудшило финансово-экономическое положение колхозов и совхозов, привело к значительной задолженности хозяйств. Подлинный хозрасчет, зависимость доходов предприятий от конечных результатов должны стать нормой для всех звеньев агропромышленного комплекса и, прежде всего, колхозов и совхозов. Широкое распространение получит подряд и аккордная система на уровне бригад, звена, семьи с закреплением за ними на договорный срок средств производства, включая землю. Возможности для проведения инициативы предприимчивости открываются большие, но это предполагает и повышение ответственности за выполнение заданий продовольственной программы, за результаты финансово-хозяйственной деятельности колхозов, совхозов, межхозяйственных предприятий и организаций. Надо поставить надежный барьер бесхозяйственности и иждивенчеству, покончить со ссылками на так называемые объективные обстоятельства, которые для счастья колхозов и совхозов стали прикрытием неумения, а подчас и нежелания работать лучше. Развивать производство, увеличивать прибыли и доходы, стимулировать труд предстоит в основном за счет собственных средств. Но это еще не все.
Должна быть серьезно изменена практика банковского кредитования с тем, чтобы она стимулировала повышение уровня деятельности колхозов и совхозов. Как видите, товарищи, условия хозяйствования на селе кардинально меняются. А это требует серьезного изменения стиля и методов руководства агропромышленным комплексом. Нужно отрешиться от некомпетентного вмешательства в производственную деятельность на селе. Мы вправе ожидать, что Госагропром СССР, его органы на местах сделают все, чтобы страна получила весомую отдачу от принимаемых мер. Товарищи, решение новых задач в экономике невозможно без глубокой перестройки хозяйственного механизма, создания целостной, эффективной и гибкой системы управления, позволяющей полнее реализовать возможности социализма. Хозяйственное управление, и это очевидно, нуждается в постоянном совершенствовании. Но сейчас ситуация такова, что ограничиться частичными улучшениями нельзя. Необходима радикальная реформа. Смысл ее в том, чтобы на деле подчинить все наше производство общественным потребностям, удовлетворение нужд людей, нацелить управление на повышение эффективности и качества, ускорение научно-технического прогресса, развитие заинтересованности работников в результатах труда, инициативы социалистической предприимчивости в каждом звене народного хозяйства и прежде всего в трудовых коллективах. Центральный комитет КПСС и его Политбюро определили основные направления перестройки хозяйственного механизма. Мы ставим задачу повысить действенность централизованного руководства экономикой, усилить роль центра в реализации основных целей экономической стратегии партии, определении темпов и пропорций развития народного хозяйства, его сбалансированности. Одновременно должна быть преодолена практика вмешательства центра в оперативную деятельность нижестоящих хозяйственных звеньев. Решительно раздвинуть границы самостоятельности объединений и предприятий, поднять их ответственность за достижение наивысших конечных результатов. Для этого перевести их на подлинный хозрасчет, самоокупаемость, самофинансирование, поставить уровень доходов коллективов в прямую зависимость от эффективности работы. Перейти к экономическим методам руководства на всех уровнях народного хозяйства, для чего перестроить материально-техническое снабжение, усовершенствовать систему ценообразования, финансирования и кредитования, выработать действенные противозатратные стимулы. Придать управлению современной рационной структуры с учетом тенденций концентрации, специализации и кооперирования производства. Речь идет о создании комплексов взаимосвязанных отраслей, научно-технических межотраслевых центров, разнообразных форм хозяйственных объединений, территориально-производственных объединений. Обеспечить оптимальное сочетание отраслевого и территориального управления хозяйством, комплексное экономическое и социальное развитие республик и регионов, налаживание региональных межотраслевых связей. Осуществить всестороннюю демократизацию управления, повысить в нем роль трудовых коллективов, усилить контроль снизу, подотчетность и гласность в работе хозяйственных органов. Безусловно, товарищи, мы стоим перед самой серьезной перестройкой социалистического хозяйственного механизма. Осуществление ее началось. О направлении работы в агропромышленном комплексе уже говорилось. Совершенствуется управление машиностроительным комплексом. Предприятия индустрии переводятся в основном на двухзвенную систему управления. Новые методы хозяйствования, апробированы экспериментально, с нынешнего года вошли в жизнь предприятий объединений, выпускающих половину всей промышленной продукции. Начато их внедрение в сфере бытового обслуживания, в строительстве, на транспорте. Все более широкое применение получают коллективные формы организации стимулирования труда, хозяйственный подряд. Однако мы находимся лишь в начале пути. Для перестройки хозяйственного механизма в условиях нашей страны с ее огромной и сложной экономикой требуется время и энергичные усилия. Могут быть трудности, не гарантированы мы и от просчетов, но все же главное сейчас целеустремленно, шаг за шагом, двигаться в избранном направлении, дополняя и совершенствуя хозяйственный механизм на основе накопленного опыта, устраняя все отжившее или не оправдавшее себя.
Успех во многом будет зависеть от перестройки деятельности центральных экономических органов и, прежде всего, Госплана СССР. Он призван на деле стать подлинным научно-экономическим штабом страны, освобожденным от текущих хозяйственных вопросов. Мы эту работу начали. Создаются новые органы руководства межотраслевыми комплексами. Основная часть функций оперативного управления делегируется непосредственно предприятиям и объединениям. Госплан, другие экономические ведомства должны сосредоточиться на перспективных вопросах планирования, обеспечения пропорционального и сбалансированного развития экономики, проведения структурной политики, создания экономических условий и стимул для достижения в каждой ячейке народного хозяйства наивысших конечных результатов. В серьезном улучшении нуждается и дело статистики. В последнее время произошло ослабление финансово-кредитного воздействия на экономику. Финансовая система недостаточно влияет на повышение эффективности экономики. Большие масштабы приобрела негодная практика перераспределения доходов, когда убытки отстающих предприятий, министерств, регионов покрываются за счет работающих прибыльно. Это расшатывает хозрасчет, порождает иждивенчество, ориентирует на бесконечные требования об оказании помощи из центра. Потерял свое подлинное назначение кредит. «Всякие радикальные реформы наши обречены на неудачу», отмечал Владимир Ильич Ленин, «если мы не будем иметь успеха в финансовой политике». Исходя из этого, следует коренным образом изменить содержание, организацию и методы работы финансово-кредитных органов. Их важнейшая задача не мелочная регламентация деятельности предприятий, а экономическое стимулирование, укрепление денежного обращения, хозрасчета, который и есть самый лучший контролер. Все должно быть поставлено в зависимость от конечного результата. Очевидно, назрел вопрос о совершенствовании практики взимания налога с оборота, платежей из прибыли и других поступлений в бюджет. Их размеры и порядок уплаты должны активнее воздействовать на снижение издержек производства, повышение качества продукции и ускорение ее реализации. Активным инструментом экономической и социальной политики призваны стать цены. Предстоит осуществить планомерную перестройку системы цен как единого целого в интересах налаживания действенно-хозяйственного расчета и в соответствии с задачами повышения реальных доходов населения. Следует придать ценам большую гибкость, увязывать их уровень не только с затратами, но и с потребительскими свойствами товаров, эффективностью изделий, степенью сбалансированности производимого продукта с общественными потребностями и спросом населения. Намечается шире использовать лимитные и договорные цены. В серьезном совершенствовании нуждается система материально-технического снабжения. Она должна превратиться в гибкий экономический механизм, помогающий народному хозяйству работать ритмично и устойчиво. Важная задача Госснаба – активно способствовать установлению прямых, длительных связей между производителями и потребителями на договорной основе, укреплению дисциплины поставок. Следует развивать оптовую торговлю средствами производства. В конечном счете, все, что мы делаем по совершенствованию управления и планирования, перестройке организационных структур, направлено на создание условий для эффективной работы основного звена хозяйственной системы объединения предприятия. Пора, наконец, покончить с практикой мелочной опеки предприятий со стороны министерств и ведомств. В своей деятельности министерства должны сконцентрировать внимание на вопросах технической политики, внутриотраслевых пропорциях, удовлетворении потребностей народного хозяйства, высококачественной продукции своих отраслей. Следует дать право предприятиям, организациям самостоятельно реализовать сверхплановую продукцию, неиспользуемые сырье и материалы, оборудование и так далее. Подобное надо узаконить во взаимоотношениях с населением. Разве разумно уничтожать или выбрасывать на свалку то, что может пригодиться в домашнем хозяйстве, строительстве жилья, гаражей, садово-огородних домиков? Трудно переоценить роль экономических нормативов. Зная заранее условия планируемого периода, задания по поставке продукции, цены, отчисления от прибыли в бюджет, нормативы образования фондов заработной платы, хозрасчетных фондов стимулирования,
Коллективы предприятий смогут творчески, не боясь раскрыть резервы, разрабатывать планы, обеспечивающие более высокие темпы роста производства, значительное повышение его эффективности. При этом надо дать возможность предприятиям, по примеру ВАЗа и Сумского машиностроительного завода, самим зарабатывать средства, необходимые для расширения технического обновления производства. Особенно важно повысить самостоятельность предприятий и организаций в сфере производства товаров народного потребления и услуг. Их задача – чутко реагировать на запросы потребителей. В этом направлении мы перестраиваем экономические механизмы легкой промышленности. Резко ограничивается круг утверждаемых сверху заданий для предприятий этой отрасли. Их планы будут формироваться прежде всего на основе договоров с торговыми организациями, которые в свою очередь должны отвечать за соответствие своих заказов реальному спросу населения. Иначе говоря, главным будет не вал, а количество, ассортимент и качество товаров, то, что нужно людям. Кроме того, намечается создание межотраслевых производственных и промышленно-торговых объединений по изготовлению и реализации товаров легкой промышленности, расширение фирменной торговли. Пришло время решить и такой вопрос. Надо, чтобы размер фонда заработной платы предприятий был непосредственно увязан с доходами от реализации их продукции. Это поможет исключить производство и поставку ненужных, низкокачественных изделий, работу, как говорится, на склад. Кстати, такой подход следует применять не только в легкой промышленности. Мы не можем дальше мириться с тем, что работники предприятий, выпускающих негодную продукцию, живут без особых забот, получая сполна и зарплату, и премии, и другие блага. Вдумчивого подхода требует и вопрос рационального сочетания крупных, средних и мелких предприятий. Как показывает опыт, небольшие, технические, хорошо оснащенные предприятия во многих случаях имеют свои преимущества. Они могут быстрее и гибче учитывать технологические новшества, изменения спроса, оперативно удовлетворять нужды в мелкосерийной и штучной продукции, лучше использовать свободные трудовые ресурсы, особенно в малых городах. И еще об одной существенной стороне перестройки – об усилении территориального подхода в планировании и управлении. Это особенно важно для такой обширной, разнообразной по условиям и многонациональной страны, как наша. На партийных конференциях, съездах Компартии Союзных Республик справедливо критиковались действия министерств и ведомств, игнорирующих условия и потребности регионов, в результате чего возникают диспропорции в экономике. Поступает на этот счет и предложение. Видимо, стоит подумать о расширении прав республиканских и местных органов, по примеру агропрома, в управлении строительством, межотраслевыми производствами, социальной и производственной инфраструктурой, многими предприятиями, производящих предметы широкого потребления. А что-то не последовало аплодисментов, когда я сказал, что, наверное, пора нам заканчивать с таким явлением, когда коллективы некоторых предприятий, выпуская продукцию, которая идет на склад, живут спокойно и получают зарплату. А в самом деле, кому же нужна эта продукция? И почему мы должны тогда оплачивать этот труд за продукцию, в которой никто не нуждается? Абсурд. Так или иначе, это все возвращается нам, товарищи. Об этом не надо забывать. Ну, теперь я вижу, что дважды добился аплодисментов по этому вопросу. Следует придать большую территориальную направленность деятельности Госплана СССР и министерств. Заслуживает изучения вопрос об управлении народным хозяйством по крупным экономическим районам. Наши планы на ближайшую и отдаленную перспективу в значительной степени связаны с освоением природных богатств Сибири и Дальнего Востока. Дело-то большой важности, и к нему надо относиться по-государственному, обеспечивая комплексность в развитии регионов. Особо
Особое внимание нужно уделить созданию здесь необходимых условий для плодотворного труда и полнокровной жизни людей. Сегодня это главный вопрос, и от того, как он будет решаться, зависит выполнение поставленных задач. На нашем съезде следует привлечь внимание к задачам дальнейшего социально-экономического развития российского нечерноземья. Подчеркну два момента. ЦК КПСС и советское правительство приняли специальные решения по подъему сельского хозяйства нечерноземья, и они должны выполняться неукоснительно и в полном объеме. Это во-первых. А во-вторых, необходимо, чтобы местные, партийные, советские и хозяйственные органы, трудовые коллективы проявляли гораздо больше внимания к эффективному использованию накопленного здесь потенциала и выделяемых ресурсов. Укрепление территориального принципа управления требует повышения уровня хозяйственного руководства в каждой республике, области, городе, районе. Нередко с мест поступает предложение, должным образом не проработанные, продиктованные не народохозяйственными, а скорее иждивенческими, а то и амбициозными интересами, втягивающие экономику в капиталоемкие и малоэффективные проекты. Не везде уделяется должное внимание повышению эффективности производства. В Казахстане, например, с единицы основных производственных фондов снимается национального дохода на треть меньше, чем в среднем по народному хозяйству. В Туркмении производительность общественного труда за 15 лет вообще не выросла. Следовало бы подумать над тем, как потеснее связать объем ресурсов, выделяемых на социальные нужды, с эффективностью региональной экономики. Товарищи, всякая перестройка хозяйственного механизма, как известно, начинается с перестройки сознания, отказа от сложившихся стереотипов мышления и практики, ясного понимания новых задач. А это касается прежде всего деятельности наших хозяйственных кадров, работников центральных звеньев управления. Большинство из них хорошо представляет и активно поддерживает начинание партии, смело берется за сложные задачи, ищет и находит наилучшие пути их решения. Такая позиция заслуживает всемерной поддержки. Но трудно понять тех, кто выжидает, или уподобившись гоголевскому персонажу, строившему всевозможные прожекты, практически ничего не делает и не меняет. С позицией работников подобного рода мира не предвидится. Нам просто с ними не по пути. Тем более не по пути с теми, кто надеется, что все уляжется и вернется в старую колею. Такого не будет, товарищи. В работе по перестройке экономики и хозяйства механизма как никогда важна опора на науку. Исходя из требований жизни, надо по-новому взглянуть на некоторые теоретические представления и концепции. Это относится к таким крупным проблемам, как взаимодействие производительной силы производственных отношений, социалистическая собственность и экономические формы ее реализации, товароденежные отношения, сочетание централизма и самостоятельности хозяйственных организаций и другие. Практика показала несостоятельность представлений, согласно которому в социалистических условиях соответствие производственных отношений характеру производительных сил обеспечивается как бы автоматически. В жизни все сложнее. Да, социалистические производственные отношения открывают простор развитию производительных сил. Но для этого они должны постоянно совершенствоваться. А это значит, что нужно вовремя замечать устаревшие методы хозяйствования и заменять их новыми. Действующие в настоящее время формы производственных отношений, система хозяйствования и управления в основном сложились в условиях экстенсивного развития экономики. Постепенно они устарели, стали утрачивать стимулирующую роль, а кое в чем превратились в тормоз. Сейчас мы стремимся изменить направленность хозяйственного механизма, преодолеть его затратный характер, нацелить на повышение качества и эффективности, ускорение научно-технического прогресса, усиление роли человеческого фактора. Это главное, что на деле будет означать дальнейшее совершенствование социалистических производственных отношений и откроет новый простор развитию производительных сил. Здесь на нас не должны...
Здесь нас не должны останавливать устоявшиеся представления, тем более предрассудки. Если, например, необходимо и оправдано вместо каких-то директивных показателей применить экономические нормативы, то это означает не отход от принципов планового руководства, а лишь изменение его методов и приемов. Тоже можно сказать о необходимости усиления самостоятельности, инициативы и ответственности объединений и предприятий, повышения их роли как социалистических товаропроизводителей. К сожалению, получила распространение позиции, когда в любом изменении хозяйственного механизма усматривает чуть ли не отступление от принципов социализма. В этой связи хотелось бы подчеркнуть следующее. Высшим критерием совершенствования управления, как и всей системы социалистических производственных отношений, должно быть социально-экономическое ускорение, укрепление социализма на деле. Большую актуальность приобретает проблемы социалистической собственности, как основы нашего общественного строя. Социалистическая собственность имеет богатое содержание, включает в себя многогранную систему отношений по использованию средств и результатов производства, их распределению между людьми, коллективами, отраслями, регионами страны, целую гамму экономических интересов. Этот сложный комплекс отношений требует определенного сочетания и постоянного регулирования, тем более, что он находится в движении. Глубоко не осмыслив эти изменения в теоретическом плане, мы не сможем находить и верные практические решения, а следовательно и своевременно вырабатывать меры для формирования подлинно хозяйского отношения к социалистической собственности. Нам предстоит повысить заинтересованность трудящихся в лучшем использовании и в приумножении народного богатства. Как решить эту задачу? Было бы наивно представлять, будто чувство хозяина можно воспитать словами. Отношение к собственности формируется прежде всего теми реальными условиями, в которые поставлен человек, возможностями его влияния на организацию производства, распределение и использование результатов труда. Проблема таким образом заключается в дальнейшем углублении социалистического самоуправления в экономике. В использовании общественной собственности надо решительно поднять роль трудовых коллективов. Важно неукоснительно проводить в жизнь принцип, согласно которому предприятие и объединение полностью отвечает за безубыточность своей работы, а государство не несет ответственности по их обязательствам. Именно в этом состоит суть хозрасчета. Нельзя быть хозяином страны, не будучи подлинным хозяином у себя на заводе или в колхозе, в цехе или на ферме. Трудовой коллектив обязан за все отвечать, заботиться о приращении общественного богатства. Его приумножение, как и потери, должны сказываться на уровне доходов каждого члена коллектива. И, конечно, нужен надежный заслон любым попыткам извлечения нетрудовых доходов из общественного достояния. Ведь не перевелись у нас ни суны, не считающие за преступление тащить с предприятия все, что попадется под руку, да и всякого рода мздоимцы и рвачи, которые не гнушаются использовать свое служебное положение в корыстных целях. По отношению и к тем, и другим нужно применить всю силу закона, всю силу общественного осуждения. Заслуживает внимания и такая актуальная проблема регулирования отношений социалистической собственности как обеспечение безусловного приоритета общенародных интересов над интересами отраслей и регионов. Министерства и ведомства, территориальные органы – не собственники средств производства, а лишь институты государственного управления, ответственны перед обществом за эффективное использование народного достояния. И мы не можем допускать, чтобы ведомственность и местничество мешали реализации преимуществ социалистической собственности. Мы за полную ясность и в вопросе кооперативной собственности. Она далеко не исчерпала своих возможностей в социалистическом производстве, лучшем удовлетворении потребностей людей.
Многие колхозы, другие кооперативные организации демонстрируют эффективное ведение дел. И там, где есть потребность, следует всемерно поддерживать формирование и развитие кооперативных предприятий и организаций. Они должны найти широкое распространение в производстве и переработке продукции, в жилищном и садово-огородническом строительстве, в сфере бытовых услуг и торговли. Пора преодолеть и предубеждения относительно товароденежных отношений, их недооценку в практике планового руководства экономикой. Отрицание важности их активного воздействия на повышение заинтересованности людей, эффективности производства ослабляет хозрасчет, вызывает другие нежелательные последствия. И, напротив, здоровое функционирование товароденежных отношений на социалистической основе способно создать такую обстановку, такие условия хозяйствования, при которых его результаты всецело зависят от качества работы коллектива, от умения и инициативы руководителей. Таким образом, товарищи, мы обязаны еще и еще раз оценить сложившееся положение и решительно перестраивать то, что устарело и изжило себя. Глубокое понимание этой задачи партийным активом, всеми кадрами, ее осознание широкими массами – необходимое условие успеха. Отправной пункт в исключительно ответственном деле создания нового хозяйственного механизма и системы, и всей системы управления. Товарищи, партии разработала стратегию глубоких преобразований в народном хозяйстве и приступила к их осуществлению. Они, несомненно, позволят ускорить развитие экономики. Но это потребует, как отмечалось, немало времени, а добиться повышения темпов роста мы должны немедля, уже сегодня. Своеобразие 12-й пятилетки как раз и состоит в том, чтобы перевооружение народного хозяйства на новой научно-технической базе осуществлять при одновременном наращивании темпов движения вперед. Отсюда необходимость максимальной мобилизации всех наших резервов и начать разумнее с тех, которые не требуют крупных затрат, но дают быстрый и ощутимый эффект. Речь идет об организационно-экономических и социально-психологических факторах, лучшем использовании созданного производственного потенциала, повышение действенности стимулирования труда, укрепление организованности дисциплины, преодоление бесхозяйственности. Резервы у нас под руками. При заинтересованности хозяйской распорядительности они сулят высокую отдачу. Посмотрите на действующие мощности. Основные производственные фонды в стране превысили 1,5 триллиона рублей. Но не везде они используются должным образом. Это касается ряда отраслей – машиностроения, тяжелой промышленности, энергетики, сельского хозяйства. Мешает нам и слабая дисциплина кооперированных поставок. Нарушение их в одном месте идет волной по всему народному хозяйству, снижает эффективность экономики. Строгое соблюдение кооперированных поставок – обязанность и трудовых коллективов, и всех звеньев управления. Мы не можем добиться намеченного, если не наведем порядка в планировании и снабжении, не создадим необходимых резервов, не повысим на всех уровнях материальную ответственность за недисциплинированность и брак. Велики резервы и в использовании трудовых ресурсов. Некоторые хозяйственники сетуют на недостаток рабочей силы. Думаю, в большинстве случаев эти жалобы безосновательны. Если разобраться поглубже, то можно обнаружить, что дефицита рабочей силы нет. Зато налицо низкий уровень производительности труда, недостаточно высокая его организация, эффективное стимулирование. Прибавить к этому надо и необоснованные решения плановых и хозяйственных органов, допускающих создание излишних рабочих мест. Хорошо известно, что иные наши предприятия, конструкторские бюро, исследовательские институты при том же объеме работы имеют значительно больше сотрудников, чем аналогичные организации за рубежом. Как только на предприятиях начинает серьезно заниматься улучшением организации и стимулирование труда, повышая дисциплину и требовательность, выявляются резервы, которых раньше и не подозревали.